Всем привет, ребят, с вами как всегда Корвит, и мы находимся в Castle Story, продолжаем играть и развиваться. Вон там турельки по кому-то шмаляют. Опа, это что тут такое? Бальтрук, ты что здесь стоишь? Уходи, маленький, уходи отсюда. Не знаю, откуда он там взялся. Пенебо тоже переодеваем, там вон еще один бежит. У нас еще 57-я волна в действии, так сказать. Так, а что мы сегодня будем делать, ребят? Во-первых, нужно закрыть крышкой вот эту вот дыру, которая у нас вот здесь. Вот, для этого будем сейчас переходить в построечки. Делаем это примерно... все, я вспомнил. Тут же ж у меня получается... Все, я понял. Я понял, как это должно быть. Спутника нам нужно послать вот сюда. Я не знаю, почему никто из них не бежит вот здесь вот разбирать землю. Здесь нужно на самом деле разобрать землю. Вот. Но почему-то они этим не занимаются. Странно, она почему-то была белая, видишь? То есть, вот как-то так мне это нужно все убрать, чтобы этого здесь не было. Нажимаем ОК применить. Сейчас посмотрим, будет ли кто-то бежать туда на уборку. Что-то странное как-то. Я не знаю, с чем это связано, но никто почему-то не идет убирать там землю. Интересно. Так, ладно, пока там у нас такая канитель, давай мы вот здесь вот так тоже поставим швабру. Точнее, нет, подожди, не швабру. Лопату, вот, вот так вот. И вот здесь мы его так воткнем. Ну, получается, пускай вот так, наверное, будет. Вот так вот, пускай будет, мне кажется, будет отлично. Лестницу я разверну, поставлю с той стороны, чтобы она была. Все, окей, применить, нажимаем. И мы возьмем одного пацана отсюда, пустим его вот сюда, попробую сделать вручную. Почему он туда не спускается, вот это вот вопрос. Доступ туда, в принципе, есть, то есть спрыгнуть он туда может. Почему он не может там убрать эти камни, я не знаю. Вот он, допустим, раз, спрыгнул. Раз, убрал камушек, все отлично. Раз, убрал еще один камушек, тоже все отлично. Вот так. Вот так. Вот так. Подожди, вот здесь тоже убираем камушек. Вот, ну-ка, куда тебя понесло-то? Ёлки-палки. Так, что мы делаем дальше? Дальше мы берем уже вот эти вот камушки с надрезами и делаем их вот здесь. Вот таким вот образом. Только вот так. Вот здесь вот мы один убираем. Ну, сейчас посмотрим, сделают они или нет. И пока вся эта канитель там идет, я тогда возьму второго пацана, отведу его сюда, и пускай он вот эти тогда тоже камушки сломает. Смотри, а вот эти уже почему-то здесь ломают камни, да? Ну только два... нет, смотри, три камушка ломают. Опа, понеслась, там все делают потихонечку, отлично. Хорошо. Так, здесь у нас, значит, тоже ломают, все прекрасно. Вот здесь вот, по-моему, вот это тоже нужно будет сломать, все, вот это вот. Всю вот эту канитель. То есть, если мы, допустим, вот здесь построим, да, здесь вот будет дырка. Вот здесь, то есть, здесь будет лестница вниз идти. Я бы этого не хотел. Ладно, давай мы еще с тобой сделаем. Здесь надо было сделать только один, получается, уровень. Нижний, и все. То есть как-то вот так, чтобы это все выглядело у нас. Вот, и такое же на другой стороне. Вот видишь, здесь тоже придется все-таки убрать вот этот камушек, вот этот камушек. Здесь тоже придется убрать вот эти камушки, потому что без них я никак тогда не уберу вот эти. В общем-то, все достаточно сложно, но насколько оно сложно, настолько оно уже интересно. Так, что мы берем дальше? Здесь мы эти поставили камушки. Давай вот так вот воткнем мы сюда еще доски. Вот таким вот образом. И здесь тоже вот так воткнем доски. Вот. Потом, что мы смотрим? Что у нас здесь? Здесь потихонечку все достраивают. Да, здесь уже вот, допустим, достроили. Вот эту вот лестницу, ее нужно будет убрать отсюда.
пока нажмем вот так, вот такие применить, возьмем швабру. Сейчас вот эту вот лестницу придется убирать отсюда. Сейчас она здесь развалится, ее нужно будет обязательно убрать. Так, ну, вроде как максимально, ребят, у нас сейчас занято, мало камня. Скорее всего, из-за этого у нас и не шло строительство. Скорее всего, из-за этого они у нас и тупили. Я не обратил, к сожалению, внимания, был ли у нас камень. Вполне возможно, что его ни хрена не было. Давай поставим здесь высокий приоритет. Пускай ребята тогда занимаются добычей вот здесь вот камня. Ну, пока что... Пока что я этот приоритет, наверное, нет, пускай он будет. Я просто нажму так, чтобы все отправились переодеваться в воинов великих. Главное, чтобы это все было быстро. Чтобы они быстрее дошли, переоделись в великих воинов. Так. Оп. Оп, отлично. Вот этих пацанов мы сразу выводим тогда. Так, на улице вроде бы никто не остался. Четыре здоровенных голема сейчас на нас будут идти. Это довольно много. Пог. Пога тоже сюда. Пога тоже сюда. Кто там еще остался? Здесь никого нет. На улице никого. Почему-то мало воинов у меня. Прям крайне, крайне мало воинов. Так. Давай мы их отведем куда-нибудь вот сюда, наверное, вот так вот в защиту поставим. Вот здесь пускай стоят. Не обороняются. Вот, а все остальные уже тогда будут атаковать. Палка. Деревянный боб. Так, все, здесь пацана вынесли. Вон он один у нас, получается, здоровый стоит. Вот второй его уже вынесли. Еще двоих я не вижу. Этот здесь уже подбежал к нам, да. Но по нему прокидочка идет такая сочная, хорошая. Воу! Пинебо! Пинебо улетел в кусты. Я не знаю, сможет ли он теперь из этих кустов выйти. Конечно же, нет. А нет, смотри, смог. Пинебо вышел из кустов. Вышел из кустов. Так, вот они еще двое. Двое последних идут. В принципе, вот осталось разобраться с ними. И я думаю, что все. Все остальное будет норм. Ух ты! Хорошо, что в яму не упал. Ну, хотя, в принципе, если они в яму даже упадут, они оттуда смогут вылезти. Минимум упал в яму. Все, переводим всех обратно в строителей. Давайте, пацаны, быстрее. Хорошо, что никто... А, нет, один умер. Хотел сказать, хорошо, что никто не умер, но нет, один все-таки умер. Вот так вот, неприятно. Ситуация получилась. Ну, у нас уже 18-й появился пацанчик. Здесь сейчас все нужно убрать. Здесь очень много всякого хлама валяется. Вот так вот мы, наверное, даже сделаем. Вот, пускай ребята убираются здесь. Остальные ребята идут копать. Кто там будет посвободнее, да? Нужен будет камень нам сейчас. Вот, для того, чтобы строиться. Опа! Это что такое за прикол? Ты что там делаешь? Малец, дата. Как ты туда попал, блин? А, он, походу, заспаунился, да? А лестницы там вниз нету. Пфф, вот так вот. Лестницу-то я убрал. Значит, надо лестницу вернуть. Раз уж таки пироги. Лесенка. Вот так вот. Отсюда пускай тогда, где была, там и стоит. Пускай так оно и будет. Вот, так. Что у нас здесь? Здесь потихонечку уже камни носят, да, доски. Что, кстати, по доскам? Доски есть, их потихоньку носят вот сюда. Здесь, кстати, вот уже более-менее так все сделали. То есть надо будет, надо, наверное, почаще все-таки здесь обращать внимание на то, что здесь вообще делают. Вот так вот. Здесь уже надо выкладывать второй слой. Вот тут вот. Так. Вот так мы делаем. Оп. И здесь тоже вот так вот. Вот так вот. Оп. О, отлично. Вот. Подожди, вот здесь вот камушек можно не убирать, вот этот. А, нет, стопы. Нужно. И еще нужно будет один, который... А, ну это он и есть. Короче, нужно будет вот эти вот все камушки отсюда вычистить обязательно. Без них вообще никак. Ну, а потом уже на вот эти доски мы тогда на вот эти вот камни мы уже будем выкладывать доски вот такие вот втыкать. Сейчас. Вот так вот. Опа! Вот так вот. Опа! 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 Вот.
Раз и... тихо. И раз. Вот. Вот таким вот образом будем ее потихонечку закрывать. И также будем закрывать еще и с другой тоже стороны. Так, здесь у нас вроде бы все норм, вроде бы все годно. Теперь мы с вами вот так вот ставим сюда последний вот такой камушек. Ставим в него балку. Тоже жмем, чтобы они ее построили. И потом уже будем строить верхние все. Все верхние камушки, все верхние построечки, всякое-всякое такое. Так, вот здесь я вижу, пацана заглючило. Монокла заглючило, не знаю почему. Давай ты вот сюда убирай камушек и дальше будешь заниматься тем, чем только сможешь. Здесь, кстати, они зону расчистили. Давай мы одного, наверное, пацана сюда пошлем расчистить вот эти вот пенечки. Здесь я собираюсь тоже построить что-нибудь интересное. Скорее всего, типа башни какой-нибудь вот такой вот. Ну, не знаю, что получится. Вот, до этого надо пока убрать вот эти вот все пеньки. Все пеньки вот эти вот надо поубирать. Сейчас мы вот так вот двумя пацанами быстренько от этих пеньков избавимся. Так. Я, к сожалению, не знаю, можно ли как-то от пеньков избавляться быстрее, чем вот так, как я сейчас это делаю. Мне кажется, что нет. Ну, пускай будет пока так. Забираем здесь. Так, давай, вот так вот. Хорошо, давай. Монокол. Не попадает. Не хочет попадать точно. Так. Да, на самом деле двумя миньонами все это... Куда вы побежали? Ой, я, кажется, на кнопку нажал случайно. Блин. Да что ж такое-то происходит? Куда вы все бежите? Ёлы-матерёлы. Я случайно не на... Я постоянно нажимаю то ли на С, то ли на F, короче... X, вот. Нет, подожди, С, все правильно. Опять нажал, вот дурак. Короче, постоянно нажимаю на эту горячую кнопку, и они постоянно бегут, блин, переодеваться. Все бросают, бегут переодеваться, это немножко напрягает. Осталось три пенечка. Раз и два. Все, здесь мы, в принципе, все с вами сделали. Расчистить бы землю. Значит, нет, не расчистить, а разровнять. По-моему, можно, да, чем-то вот этим можно разровнять здесь землю. Так. Я не знаю, правда, как она будет здесь выравниваться. Так. Ну, фиг его знает. Ну, давай попробуем. Я не знаю, что из этого выйдет. Поднять землю, опустить землю. Ну, давай посмотрим, что они сейчас будут делать с этим. Я надеюсь, они не будут выкапывать вот этот вот кусок отсюда. По идее, они должны его просто выровнять. Так, ну да. Да, они его вроде как выравнивают. Подождем тогда, посмотрим, что из этого получится. Насколько они его сделают ровным. Так, а мы пока возвращаемся к нашим баранам. Что у нас здесь? Здесь мы тоже ставим такой камушек. Оп, отлично. И вот так вот доски. Все это подтверждаем. И идем дальше в обычные камни. Вот здесь вот тоже нужно вот так вот камушками закрыть. Чтобы было красиво. Так. Ну и остальное уже вот таким вот образом досками закрываем. Оп, все. Вот так вот будет красиво. Вот так вот будет как раз самое то. Что у нас тут? Что у нас тут? Ну вот видишь, по-моему, еще не выровняли. Насколько я вижу, по-моему, земля немного неровная. Не знаю, пацаны бегают вообще, вот они, то есть, бегут куда-то в непонятную область. Все, я понял. Они, видимо, выравнивают как-то, видишь? Как-то непонятно. Ладно, я, короче, эту тему лучше отменю, чтобы не было хуже. Я, на самом деле, не знаю, как она работает точно, поэтому не буду пока практиковаться на ней.
Так, что мы будем делать дальше? Я бы, знаешь, еще что сделал? Я бы сделал, наверное, вот отсюда, кинул бы тоже такой мост вот сюда, чтобы можно было бегать прям, ну, вот здесь, да, вот так вот, по всей вот этой вот ситуевине. Вот эти вот доски я бы, наверное, бы убрал, потому что, ну, мне кажется, что они здесь лишние. По-моему, от них толку никакого. Вот, а кинуть мостик вот отсюда куда-нибудь вот сюда было бы неплохо. Давай попробуем. Давай мы возьмем Джо-Джо. Попробуем сломать здесь вот эти вот балки. Так, где он? О, братюня, куда ты побежал, а? Тут же можно было просто вот так вот забраться. Нет, он оббегает прям со всех сторон. Да, да. Ну, вот здесь тоже сломай, пожалуйста. А, там слишком низко. Оно, ну, она мне, в принципе, не мешает никак. Так, 3 секунды у нас остается. Давай переводим всех воинов великих. Всех миньонов переводим великих воинов. А, и я хочу посмотреть, получится ли мостик сделать вот тут вот. Ну-ка, давай сейчас попробуем, затестим. Я думаю, что прицепить-то тут можно. А, можно сделать вот так. Так, кто там на нас нападает? Нифига себе, какая толпа. Нифига себе толпа. Ёлы-палы, там возле... Все столпились возле дверей, получается. Маленький, уходи, не могу его взять. Мюльдер, вали. Мюльдер, беги отсюда, переодевайся. О, тут у нас потасовочка началась. Ни хрена себе месиво. Прям как будто, я не знаю, какие-то 300 спартанцев просто воюют как хотят. Какую-нибудь эпичную музыку сюда еще вставить будет вообще офигенно. О, одного убили. Офигеть, один умер. Ёлки-матрёлки. Так, давай-ка мы, наверное, вот этих пацанов уведем отсюда, а? Гидра, беги! Бывает. 13 пацанов осталось. Офигеть, их выносят просто направо-налево. Просто выносят наших пацанов. Кристаллы не справляются. Еще одного убили. Офигеть. Бобо побежал, глупец, куда тебя понесло, бедолага. Так, вот этих давай возвращаем. Ай-яй-яй-яй-яй, 12 миньонов осталось, ребята, офигеть. Это, конечно, крайне неприятно. 6 мертвых миньонов у меня сейчас. Это просто ужас какой-то. Ну, здесь на самом деле просто моя тупость, надо было вовремя выставить всех воинов, тогда все было бы нормально. Ну ладно, в принципе, не страшно. Думаю, что эти миньоны сейчас к нам уже вернутся. Тем более, это уже вторая волна, я могу заспаунить себе халявного одного рабочего. Вот так вот, опаньки. Нормально, нормально. Так, возвращаемся сюда. Дебаг этот выключаем. Жалко, что дебаг не выключается на кнопку Escape. Напрягает немножко. Так, что касается мостика, который вот здесь вот я хотел сделать. Его, получается, можно, да, здесь сделать? Но немножко не так, как я планировал. То есть его можно вот здесь прицепить. И он тогда будет вообще, по-моему, ни к селу, ни к городу. Его нужно цеплять где-то вот здесь. Вот, для этого надо немного поднять уровень вот тут вот. Поднять уровень камушков. Там два камня, и на них я никак не поднимусь. Вот в чем проблема. Ладно, пока я думаю, мы оставим эту. А можно еще что здесь тоже сделать, да? Но здесь мостик будет не нужен абсолютно. От него не будет никакого толку. Никакого толку, никакой пользы абсолютно от него не будет. Здесь, наверх, туда. Вот, кстати, может быть, здесь можно будет сделать, но мне кажется, что от этого мостика тоже никакого не будет толку. Хоть его здесь и поставить можно, но смысла никакого не будет. Меня еще ребята просили построить катапульту. Тем более, насколько я понял, разработчики в последних обновлениях ее как-то пофиксили. То есть она теперь работает более-менее грамотно. Где бы ее поставить? Можно было бы. Да вот можно, кстати, ее поставить вот здесь, когда мы построим какую-нибудь башню. Вот тут вот. А сверху можно будет, в принципе, воткнуть катапульту. Единственное, что она будет стрелять только лишь вот по вот этой всей части. Вот.
сюда надо стреливать никаким образом не будет, а нападают на меня как раз-таки в основном отсюда. Поэтому я даже фиг его знает. Можно где-нибудь вот здесь ее поставить, то есть сделать какую-нибудь пристройку. Можно вот здесь вот как-то расшириться, сделать такую большую большую такую башню, допустим, сюда воткнуть катапульту. Да, кстати, вот мне кажется, что здесь она будет очень хорошо смотреться. Давай тогда мы ее здесь и запилим, почему бы и нет. Так, начнем мы расширение это наше. С вот таких вот построечек сразу. Давай посмотрим, как тут у нас реализовано все вообще. Здесь можно, знаешь, как сделать? Здесь можно продолжить, получается, вот так вот лестницу. Вот, чтобы она выходила куда-нибудь вот в эту сторону. Здесь уже будем тогда ставить вот такие вот камушки. А хотя... А, нет, наверное, не получится, потому что, по-моему, на дереве катапульту строить нельзя, только на камнях. А ну давай сейчас попробуем. А нет, можно. Можно, но... А, нет, ну, получается, что... Блин, я не знаю, смогу ли я вот здесь закрыть. Наверное, смогу. Давай сейчас попробуем. Так, как мы будем делать? Во-первых, да, нам нужно вот отсюда вот так сделать. Отсюда в две стороны. Вот так. Все, здесь нам ничего не надо. Здесь мы просто закрываем вот так вот кубиками. И делаем следующий этаж. Делаем следующий этаж из таких же тоже кубиков. Я не знаю, ребят, получится, нет. Если не получится, ну как бы, ну и ладно. Так, дальше что мы делаем? Дальше делаем вот так. Получаем вот такую вот ситуёвину. А дальше мы делаем лестницу. Ну так еще наверх. Вот, и здесь у нас уже будет подъем окончательный и бесповоротный. Вот так вот мы делаем. Вот так вот. Вот, получаем такую вот пристройку. Я надеюсь, что получится сейчас все, что я запланировал. Здесь ставим вот так вот балки. Здесь тоже, соответственно, ставим вот так балки. Здесь тоже балки ставим. Вот. Сверху ставим вот такие вот доски. Оп. Отлично. Так, тихо. Вот так. Вот так. Здесь, по сути, видишь, без разницы. То есть, буду ли я делать здесь как-то длиннее, по-моему, вообще абсолютно не имеет никакого значения. Ну ладно, пускай будет, мало ли, может пригодиться тоже там поставить какие-нибудь кристаллы, либо просто, ну, типа, увеличить территорию, чтобы там по ней я мог спокойно передвигаться. Короче, пускай будет так. Вот, и балки вот здесь. А здесь вот, а нет, ставятся, подожди, ставятся, да? Да, ставятся. Вот так вот до лестницы. То есть нам нужно воткнуть. Вот у меня вопрос, смогут ли они пробегать вот тут. Ну, по идее, как мне кажется, должны. Должны. А вот, получится это или нет, не знаю, посмотрим. Вот, дальше мы, смотри, вот это все закрываем досками. А вот, и получаем вот такой вот этаж. Такой вот этаж, прикольный, красивый. С кучей плюшек всяких. Вот. И вот здесь тогда, если получится, опять же, мы запилим катапульту. Так, так, так. Вот. Вот такая вот у нас получается платформа. То есть это как бы второй этаж. Да, первый этаж они просто выбегают сюда, но они могут побежать еще дальше и прийти к катапульте. Так, катапульта сама по себе. Место. Вот мне просто волнует то, что, возможно, не хватит для нее места. Вот и все. Да нет, вроде как хватит. Если я, допустим, ее вот здесь поставлю, по идее, места должно хватить. Давай тогда мы здесь воткнем катапульту, а доски, точнее, бочки для катапульты я буду тогда размещать где-нибудь вот тут. Вот так вот мы, наверное, сделаем. Будет отлично. Да? Мне кажется, будет здорово, если мы сделаем именно вот так.
Так, ну все, тогда подтверждаем. Подтверждаем все это дело. Ждем, пока к нам перебегут ребята. Вот здесь вот почему-то стройка не ведется. Мне кажется, что закончились ресурсы какие-то. Да, у меня закончилось дерево, смотри. И камня, кстати, тоже не так уж и много. Но мне сейчас нужно будет огромное количество дерева. Поэтому надо сейчас всех пацанов переводить на добычу дерева. Где его здесь можно найти? Вот здесь вот есть, в принципе, дерево, от которого я давно уже хотел избавиться. Вот давай мы сейчас от него избавимся, наверное. Вот это вот все дерево, которое у нас здесь. Вот мы его все сейчас отсюда перенесем. Ладненько, ребят, я думаю, что на сегодня выпуск тогда будем заканчивать. Не забываем подписываться, если хотите продолжение Castle Story. Ставим под этим видосиком лайк и пишем в комментах, что хотите продолжение. С вами был Корвит. Всем удачи, всем пока-пока.